Нам налево сейчас. Ты прям тут подошел? Санилка, елки-палки. Касанилка. Так зато будет другая касанилка. Давай быстрее на сайт. Логично. Так, сейчас, подожди, вот это, как тут продать-то, ёптем? Продать в гос. Сейчас, прикинь, мы еще не в тот салон приехали, яху. Никто приехал. Блин. Нас, пожалуйста, в Приволжск. Или там, куда можно, где можно купить 190 мерс. Тачки не пристегнулся. Ты понимаешь, если ты вылетишь в лобаш, тебя это все равно не спасет. Сейчас ты понимаешь, мы сейчас у настоящего нахуй мафиозника едем. Я достиг 5-го левела. Админы побаловались и мне дали 50 опыта халявных. Ну еще нет. Блять, ты смотри, мы, блять, 400 сейчас поедем. Ты смотри, у нас даже этот чувак вылез, который тебе, если ездишь больше 300, там ученый такой появляется. Пиздец, что больше меня лагает, Вася, бля. Меня ё... А я у него когда... Я у него спросил, типа, можно вопросик? Он говорит, давай. Я говорю, денег на хату не будет, он говорит, не, братан, только 7 тысяч осталось у самого. Я говорю, а как машина? Он говорит, да, бля, я в основном трачу только на ремонт машины, блядь. Ты понимаешь, ты, блядь, представляешь, сколько он на ремонт машины тратит? Машину взял за 18 мультов. 36 тысяч! 36 тысяч! Пиздец. Вон. Ну так, Хасани, блядь, и, блядь. Слушай, а можно еще такой вопросик? А у тебя не будет монетки, случайно, там? Хотя да бы... Ты дал... Зачем попросилась, я сказал, 7 тысяч осталось у человека. А, понял, принял. Вылази, Илюха, вылази. Илюха? Дебил. Что? Ты дебил, блядь. Почему? Чем отличается 190 от 250D? От 250D? Да. А где он? 250D. А, ты посмотри, во-первых, у 190-го морда более обрезанная. А во-вторых, на жопу посмотри. Задние фонари отличаются. Братанчик. Братанчик. Зайди на задний двор, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая цаца. Просто боком на сутки, нам налево сейчас. Блин. Ну скажи. Это твое любимое слово, я тебе так скажу. Come back.